Жив. Кто ездит? Наша? Наша, наша. Чисто, да? Парень перевел один. Сейчас взял метку. Метку на себя обновил. Он в доме сидит. Под горой прямо. Метку крикнул на него. Ой, сейчас поменять. Двухэтажный, да. Он вот. Внутри, на втором этаже снял. Чекает меня. Смотрит на меня. Калаш такой дурацкий. Не прицел или что? Не видно. Да, надо менять. Так, а прицела нет на нем из-за этого? Да, сетка, да, да. Я не могу прицелиться, он по мне стреляет, а я не могу. Не бросай гранату. Это не я, это не я. Это он, походу. Он куда-то сделался, может на первом чекать, посмотрим. Я ему гранату запендюрил, я не знаю, может умер. Может умер, надо прочек посмотреть. Между домами. Да, вижу его. Все РПГшки просрал. Парни батрут. Вынесли? Да, он желтый, он не может двигаться больше. Хреново. Ну его даже больше не слышу. На я срать, а он сгорел. Выпрыгнуть успел, да? Я не знаю, гранату вроде закинул, не знаю, убил, не убил. Не, я знаю, он на втором этаже был. Видел, как он РПГ с горы где-то справа прилетел. Сейчас метку. А, он... Убил. Убил снайпера с СВД. Машина жив. Да. Сейчас, скорее всего, сдухнет. Вражеский снайпер мертв. Подобрал снайперку его. А я себе ноги сломал. Залип кто-то. Нажми на кнопку, кто там залип. Капсул. Алло. Чё? Залип. Сорян. Я сейчас дом буду, короче, защищать. Гранат. Он, по-моему, вышел отсюда.
ты этот домовой бросил? Так я его убью. Да он и был сюда. Тут где-то еще по мне стреляли откуда-то с востока. Северо-восток. Но я не знаю откуда им. Вижу, там Антон, я сзади.